Не волнуйтесь, миссис Логан. О Декстере будут хорошо заботиться, я вас уверяю. Рэйчел! Рэйчел, не делайте этого! Рики! Кто он такой? Задержите его. Он взял договор. Хватайте его. Вы болван. Я не понимаю, что здесь происходит. Хватайте его. Хватайте его. Зедрон. Ладно, хватит. Все это уже старое. Зедрон — это хорошо. Производит сильное впечатление, Баркли. Надеюсь, вы проявите такую же фантазию в поисках другой работы. Рэйч Логан по-прежнему не согласна. Это смешно, не так ли? Тогда зачем я сижу здесь? Какие-то бесплодные попытки. На меня работают дорогие программисты, и у нее он только один. Один жалкий программист. Эта женщина намного опередила нас. Вот что я вам скажу. Если она сумеет сделать активатор голоса раньше меня, то я разорен. Все. Вы это понимаете? Берт, я знаю. Как вы думаете, вы сможете подождать до четверга после того, как состоится торговая выставка? Она обязательно исправит нашу ситуацию. Здравствуйте, Рэйчел. Похоже, что бизнес процветает, да? Достаточно, чтобы заставить вас прийти сюда, мистер Бример? Пожалуйста, называйте меня Гарретт. Мы же теперь будем вместе работать. Привет, Берт, как дела? Все в порядке? Хорошо. Кажется, я вам сказала, что передумала. Теперь вы к этому не имеете никакого отношения, дорогая. Узнаете этот документ? Откуда он у вас? Он принадлежит мне. Это договор, который четко определяет, что теперь я являюсь вашим кредитором. Если вы мне не заплатите всю сумму до конца недели, я буду вынужден отказать в праве выкупа закладной. Мне дано такое право. Каким бы низким ни был этот поступок, Рэйчел, поэтому я вам делаю предложение. Почему бы вам не продать мне сейчас эту компанию? Прямо сейчас. Вы не можете это сделать. Вы знаете этого психа? Я был бы психом, если бы позволил вам уничтожить эту чудесную маленькую компанию. Кларенс. Мы с Рэйчел Логан ни в коем случае не собираемся мириться с этой ситуацией. Кларенс. Если вы думаете, что мы начали бороться, то пока вы еще ничего не видели. Вам придется вытаскивать нас отсюда, а мы будем сопротивляться и кричать, понятно? Ладно. Ладно, я жду 50 тысяч долларов к концу недели. У меня была шляпа. Вы сидите на ней. Хотите клешню? Нет, спасибо. Я уверен, что вы знаете о моем положении в вашем банке. Гораздо более ценный клиент, чем, скажем, кто-то вроде Рэйчел Логан с ее мелким счетом. Откуда вы знаете о миссис Логан? Вы уверены, что не хотите кусочек? Может, ножку? Нет. Это мое дело, знать такие вещи. Как бы там ни было, думаю, мы понимаем друг друга. Не так ли? Что это? Это не Декстер. Что же нам делать? Я не знаю. Творение вам понравится. Я называю его Хекс. Звучит красивая мелодия.
Как вы считаете? Конечно, его надо сделать помощнее, дети терпеть не могут слабаков. Судя по вашему взгляду, он вам очень нравится. Но увеличить продажи мы сможем в том случае, если он заговорит. Но без той технологии, которую разработал мой муж... Я знаю, но мы уже приближаемся к решению, особенно сейчас, когда у нас новый программист.